люди сходят с ума, пытаясь разгадать тайну, откуда в любви сила плавит камни, куда уходит она, когда остывает сердце, и почему так близко от любви до ненависти, почему песни о любви заставляют грустить. Всем привет! Привет! Привет. Мама сыне. Она пока в магазине купит кушать. И сейчас придет. Ну, нужно чуть-чуть нам с папой подождать здесь машиной. Да, мы ждем нашу маму в машине вдвоем. Мама должна купить что-то покушать и поедем домой. Да? Угу. Ты в школу ходишь уже? Нет, я еще в садик. Еще в садик? Угу. В школу хочется? Угу. Честно? Угу. Как тебе в садике нравится? Да. Что тебе нравится больше всего в садике? Играть с Атон Халло. Кто твой лучший друг или подруга в садике? Нелли, Вика, Кирилл и еще кто-то. Аннес? Аннес? Да. Аннес и Фрида? Угу. Это твои лучшие подружки? Угу. Ты с ними в школу пойдешь потом, да, вместе? Угу. Когда они подрослут. Угу. Что у тебя самое любимое в жизни? Что ты любишь больше всего? Кушать, допустим, что ты любишь больше всего? Мороженое. Мороженое? И чего я люблю? Что? Сосиски. Сосиски еще любишь? Еще я люблю. О, кажется, мама наша пришла. О, привет, мама. Привет. Ты много купила чего вкусненького? Моя Давай мама, посмотрим, что мама купила. Мама, у нас видеовлог. Или блог. Что мы купили в магазине? Да, что мы купили в магазине? Яйца, сметану. Не было я дома только. Поехали в Голландию. Ну что, поедем домой? О, в Голландию еще? Если успеем. Давай. Пока! Еще раз будем снимать видео. Да. А то будет круто, я люблю видео. Круто, это круто, круто, круто. Мам, мне было скучно, мама. Я смотрю Лигу Фрэнс, мам, а Вика видео из-за тебя. Из-за меня? Ну рассказывай, у нас видеовлог, что ты? Что рассказывать? Как жизнь у тебя? Ничего, хорошо все. Ты рассмотришь видеоблогеров? Да, я смотрю. Таня хочет открывать свой видеоблог. Давай, расскажи нам теперь, как его вести, что рассказывать нам. Ну, что ты купила, что в магазине интересного? Какие мысли? Кстати, в магазине людей не так уж и много, как я думала. Да, почему стоянка такая полная? Рассказывай. Учись вести видеоблог. Завтра поедем, вот так будем общаться. Ну, да. Это сейчас для хоум-видео. Где моя сумочка? Где сумочка? Вот она, моя сумочка, где? Мало. Что ты купила? Я купила... Мяско купила, яички. Как всегда, масло, молоко, помидорочки. Все самое необходимое. Помидорочки? Помидорочки. Или помидорки? Дурачки сегодня я купила. Сейчас бананчики. Сейчас мы едем в Голландию, если мы успеем. Зачем? В Голландии вчера очень вкусная клубника нам попалась. Сейчас приеду домой и поставлю, прям не монтирую. Ну, только на лайв, да? Смотрите на лайв-канале наши блоги. Так они уже на лайв-канале, если они его смотрят. Ежедневно. Ежедневно будет? Представляете, ежедневный блог, влог. Как имя, блог или влог? Влог. А почему блогеры, те, кто пишут влоги? Почему не блог тогда? Вот так и сложилось. Понятно. Мы, наверное, что-то не знаем. В общем, переходим на ежедневный формат. Будете смотреть, как мы живем. Да, что там? Бытовуха. Бытовуха будем показывать. Да. Короче, скукотища будет. Проснулись, подтянулись, там... Подумали. Доброе утро. Так хорошо спалось сегодня. Прям даже не знаю, что сказать. Пойду почищу зубы, да? И... Сейчас я пожарю себе яичко на завтрак, пожалуй, два. Запью молочко, да? Да, ничего, посмотрите, как хочешь.
У нас же на нашем канале Метеорт Фэмили. Фэмили? Много фанатов уже, да. Мой любимый мультик Фэмили. Мой тоже. Кстати, можем посмотреть 4К пробовать уже на камеру. Ну, давайте. Ну и что, мы купили 4К камеру для чего? На будущее. На какое будущее? Ну так давай уже... На будущее, когда у нас будет хороший интернет, давай. Мы сможем хорошо грузить. Давай будущее сделаем сегодняшнее. Мне так слепит прям. А чьи денечки? А нет, денечку. Я думаю, что это не стоит. На, мои. Если ты хочешь поржать. Что там? Прищемило. А, ну это же Гуччи. Могучий. Вещи тебе отдал Гуччи, а сам одену Бальдезарини. Бальдезарини. А, скажите, Бальдезарини или Гуччи, что лучше? Ну, мне так, конечно. Давай поменяемся, тебе Бальдезарини. Ага. Но. Чехол тебе. Не смотрела, а слушала ты пчелку Майя, да? Ну так что? Да, так удобнее. Бальдезарини тебе больше нравится? Мне все равно меньше 50 сил. Кому подходит больше Бальдезарини, а кому Гуччи? Пишите в комментариях. Сейчас напишет. Пишет, мама, сними мужские очки. Ну хотя такие, мне кажется, унисекс. Ну они, конечно, мужские, но мне кажется, какие унисекс. Да, мне никакие очки не подходят. Главное, мерщится больше, хотел сказать. Ты одна пойдешь с клубникой? Не знаю, можем вместе. Поснимаем? Она нарисовала фотоаппарат и печет. У нас же фотоаппарат. С видеокамер. Альберт Хейн. Или Хайн, наверное, да? В общем, друзья, те, кто уже подписался на этот канал, есть вот такая мысль делать, запиливать сюда наши будни, жизнь, какие-то размышления, какие-то поездки, наверное, да? В общем-то, вообще, прям куча ничего не видно. Запишите, если есть какие-то пожелания, чтобы мы что-то поменяли, какой-то формат или вот... О чем рассказали? О чем рассказывали, да, какие темы поднимали, все пишите. Мы будем на это обращать внимание и развиваться в ту сторону, как вы выходите. Милан, ты уже все отстегнулась? Милана уже выходит. Она так переживала, что ушла тут раз без нее. А, пошли. На, Саша. Клубника. Да, ну смотри, видишь, некоторые с зелененьким выиграй вот красную. Ну, что-то я еще хотела, как будто бы, я не помню, что. Ты хотела доктор Пеппер? Вот, кстати, здесь тоже есть, да. Ну, возьми себе доктор Пеппер. Детям тоже возьму. Зачем? Давай попробуйте одну-две возьмите. Раньше же не было, Пеппер. Недавно появился у нас. Подержи-ка. А, смотри, кола, лимон. А это просто упаковка новая, да? Возьми с собой с тортиком, да, молочка, который не портится, только, да? Три есть. Две? Да, хватит. Возьми три. Может, дети будут еще. Знаешь, какой тащиться будет? На рюкзак я положу. У нас нет второго мне рюкзака такого удобного. Все? Эта полка нас не интересует, потому что мы не употребляем практически. Иногда красное вино. Но очень редко. Кстати, клей для съемок лизунов. Мы еще такой не использовали, не знаю. Цена на него. Да, вот это вон. 2 евро. Ничего себе. Я здесь. Да. Не работает, интересно, завтра и после. Ну, завтра, ладно, послезавтра. Что это? Какие-то купоны тоже. Купоны или что? Нет, покупать билеты здесь можно, в этой парке. Мадам Тюссо. Дешевле, между прочим, могу заранее.
3 евро. 3 евро сэкономили? Могли бы в Голландии скушать целую селедку. Да. Милана? Так, где наша Милана? Милана, Милана, Милана. Милана, мы уже уходим. Милана! А кто звонит? Да. Что, Тимур? Мошенник? Какой мошенник? Мошенник? Может, кексы найти не могут? А, кексы, мошенник. Тимурка, мошенник. А где кексы, мошенник? Ну, они на комоде, на прихожей. В прихожей нету розетки? Я не знаю, Тимур. Мама тоже не знает. Должен быть. Мы сейчас приедем, Тимур. Подождите нас 2 минуты, мы сейчас приедем. Если ямку подходит, не знаю. Сейчас проверим. Бесплатно сегодня? Бесплатно. Мы сэкономили 40 центов. Милана, идем. Так в нос можно получить, Милан? Пристегнись. Мама. Я пристегнут. У меня идет. Так, завтра у нас поездка. Мы не говорим пока куда, да. Дети пока не в курсе, завтра для них будет сюрприз. Ну, ничего такого общего, большого, грандиозного, но тоже неплохо. Не так часто мы в такие места выбираемся. К сожалению, мало времени. Но дедушка едет. Дедушка не может ехать. Дедушка забыл где педали. Откройте, не откроем. Нет, не откроем, холодно на улице. Погода немножко хорошая сегодня, 16 градусов. И, кстати, даже тучи все разбежались, посмотри. А говорили что в твоем телефоне? Что после обеда облачно. Да, где? Было до обеда облачно, а после все облака рассосались. Что, оденем опять гуччи? А, нет, сейчас же солнце будет в другую сторону. А солнце взад можешь не убирать. Сейчас будет взад светить, точно. Короче, лоханулся. Вот так мы ездим по Германии, по Голландии, по Европе, слушаем Басту. Которая выбрана туда, где встретим последний рассвет. Саншайн. Вот так, сейчас едем домой, дети пойдут гулять. На самом деле, это Саша нашел старый диск. Обычно мы эти не слушаем. Уже второй день его отпустить не можем. Я хочу на площадку. Милан, ну уже 7 часов. Пусти их с братьями. Если тебя возьмут, Артемка с Тимуркой, чуть-чуть можешь погулять. Все равно прикольно, уже весна. Вот все, уже весна. Весна, все зеленое, все как летом почти. Только не хватает температуры. Каких-то плюс 14, плюс 16. Кажется, тепло, но на самом деле в маечке не походишь. Вот вязаные свитера, куртки. Не, вообще мерзло. Даже так бы могла бы летом ходить, правда. Ну все, мы запарковались. Короче, возле дома. А, кому интересно, покажем. Вот так выглядит наш район. Вот это наш дом, прямо напротив. Вот, и даже окошко могу показать. Вот это. Где самые красивые цветочки на балконе. На балконе? Фу, блин, на подоконнике. Чьи цветочки? Мои. Тебя не видно, кстати, темно почему-то. Кстати, все живые, да? Ну, в общем, все, приехали. Что, пока скажи, блог закончился твой или нет? Пока, до завтра. Ну, так, счастливо. Еще не вечер, конечно. Ты еще будешь сегодня снимать что-то? Нет, не буду. Завтра. Пока. Пока. Саша. Ну, вот так вот, в двух словах мы рассказали вам о нашем лайв-канале. Я думаю, будет прикольно. Мы только учимся, конечно, вести такие влоги. Так что я думаю, дальше будет гораздо круче. Ну что ж, до завтра. Завтра будем снимать поездку нашу в какой-то парк развлечений. Мы поедем. В какой мы еще решаем, но это будет, я думаю, интересно. Всем пока!